Немного, там могли быть ящики с лутом. Ой-ой-ой, женщина так и тянет к маяку, пока мы тут воркуем. Выкинь ее, нормально. Блин. Шепард! Не трогайте его! Слишком... Жесть, это ни к чему хорошему не приведет. Теперь я стану человеком-пауком или пауком-человеком. Мне кажется, он сказал, а что маяк, а не а маяк, потому что а маяк звучит глупо. Доктор Чаквас, по-моему, он просыпается. Верните меня на Айден Прайм, я хочу подлутать. Мы волновались за вас, Шепард. Как самочувствие? Как с похмелья. А что было-то? Как я тут оказался? Долго я был в отключке? Примерно 15 часов. Полагаю, это маяк так странно на вас. Физически вы в полном порядке. Но я обнаружила необычную активность, мальные бета-волны. Это плохо, я бы предпочел альфа-волны. Также у вас больше быстрых обычных признаков интенсивного сновидения. Что-то такое припоминаю. Я видел... Не знаю, что точно я видел. Привет. Вы нормально себя чувствуете? Видели что-нибудь? Какой-нибудь намек. Но видение это глупость. Я не хочу, чтобы все думали, что я психопат, поэтому я скажу, что я не уверен. Я потерял сознание, но до этого у меня было видение. Свои видения надо держать при себе. Не, я не хочу, чтобы меня насмех подняли. Они даже изначально против людей. Никто не любит людей. Людей слишком много, они всех бесят. Они решат, что я спятил. Показания одного испуганного рабочего едва ли серьезное доказательство. Зубы почисть. Чудище. И другом. Поэтому вы... Синая морда. Похоже, человек, приложивший все усилия, чтобы уничтожить... Доказательство. Есть еще один факт, который не стоит сбрасывать со счетов. Блять, что ты меня позоришь, уебок, блять. Молчи. Основываться на фактах и уликах. Ты все равно, что если бы мама пришла в школу и начала перед всем классом рассказывать, как это позор сказать, я просто сам пойду и попущу этого козла.